Приветствую всех. Предыдущее видео про этот аквариум было, может быть, не очень презентабельное, так как перед съемкой я подстриг все растения в этом аквариуме, и таких пышных зарослей в нем не было. Сейчас за месяц тут все обратно отросло, то есть аквариум стал выглядеть гораздо интереснее. Больших изменений в нем, кроме этого, нет. Здесь в ближнем левом углу я подсадил Леохарис мини. Его плохо видно, потому что его гидрокотел трипартита закрывает. Но он выглядит нормально, разрастется. Поближе тогда сниму его. Макросъемку сделаю. Ломариопсис стал разрастаться прямо по песку. Черепков керамических распространяется по дну. Надо его будет подстригать. Может, через месяцок сделаю хорошую ему стрижку. На задней стенке виден листок дубовый. Ну, я просто его в аквариум бросил. Для креветок он хорош. Листок. Ну и так немножко дубильных веществ пусть выделяет в воду. То есть это для аквариума полезно. Гупешек тут, конечно, полно уже стало. Я никого не отлавливаю, они прям там плодятся, и мальки, я не знаю, едят они их там, не едят. Но здесь в риче сверху прячутся, конечно, и мальки, и маленькие креветки, потому что креветок вишен тоже тут уже немало стало в этом аквариуме. Но молоть себя прячется в риче. Ричу я буквально там раз в месяц наполовину выкидываю, потому что вся поверхность водная зарастает ею. И она начинает очень сильно притенять весь аквариум. Ну, синему вот хорошо растет, но она прет как сорняки. То есть раз в месяц можно спокойно подстригать ее до половины. Гидрокотилу я тоже подстригаю и просто подсаживаю. Так бы она уже вверх сильно вытянулась. Я ее стригу и обратно в песок подсаживаю, чтобы она поплотнее была. Ее можно, конечно, сверху просто стеклом прижимать. Ну, на недельку мне неохота, это надо куски стекла искать. В принципе, так нормально. Водопадик. Хорошо виден фильтр. Ну, он справляется с 30 литрами. Хотя здесь и рыб очень много. В принципе, уже перенаселение. Ну и растений. То есть растения успевают переработать все, что от рыб остается. Воду я подменяю здесь раз в 2 недели. Никаких удобрений вообще не добавляю. Грунт сифоню. Ну, тоже где-то раз в месяц я сифонил грунт. Чаще не надо. В принципе, рыба мелкая, до креветки. Так что сифонка грунта тут не доставляет никаких хлопот. Так сверху песка немножко посифонил и все. То, что вглубь песка особо не распространяется грязь. И песок не закисает, так что все здесь нормально. Можно песок использовать спокойно в качестве грунта. Я здесь еще на стеночку посадил домашнее растение, цветочек какой-то. Ну, тут его прижал, такое приспособление сделал. Буквально сколько, наверное, месяц уже здесь, в этом аквариуме. Видно корешки, какие в воде дал. Ну, так пусть растет, так как питательных веществ здесь вполне хватает. Рыб много. То есть он как фитофильтр работает. Название растений не знаю, но такое в горшках на стенку обычно подвешивается. Такой ампельного типа. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всем отвечу. Стараюсь на все вопросы отвечать. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Будут новые обзоры, будут и другие наноаквариумы. Всем пока. До наших новых встреч на канале.